Каждый уважающий себя человек будет желать себе самому только самое лучшее и дорогое, и делать все, чтобы его мечта осуществилась. Обычно добиваются этого только успешные, уверенные в себе люди, которые очень трепетно относятся к выбору каждой вещи. Она обязательно должна быть высокого качества и выполнена из прочного дорогостоящего материала. Слова «VIP» и «успешный обеспеченный человек» тесно связаны между собой. VIP-авто, VIP-техника, VIP-дом, а также VIP-отдых – обычные составляющие успешного человека. Все мелочи отдыха предварительно продумываются настолько щепетильно, что не нужно заморачиваться об этом во время самой поездки. VIP, в переводе с английского языка, обозначает «очень важная персона». Так в чем же отличие поездки за границу простого смертного от путешествия класса люкс? Об этом более подробнее ниже. Лаксюри-туризм, где отдыхают очень богатые туристы, в первую очередь, к персоне VIP прикрепляется собственный менеджер, который будет рассказывать обо всех плюсах и минусах предстоящей поездки и решать все вопросы, связанные с документацией. Самые популярные туристические направления для Европы далее, стоит отметить, что для «важных персон» всегда свободна телефонная линия. В том случае, если необходимо решить какой-нибудь вопрос, трубку берут немедленно и менеджер в короткие сроки даст ответ на любой вопрос. Самые популярные направления на новогодние праздники, естественно, при покупке билетов не нужно высиживать и выстаивать длинную очередь, а авиаперелет будет выполнен только первым либо бизнес-классом. В настоящее время практически любой курорт предоставляет шикарные отели с номерами для VIP-персон, роскошные пляжи, индивидуальный трансфер, прекрасные условия для проживания и отдыха, что любой богатый турист почувствует себя важным и самым любимым гостем. Практически каждый элитный курорт Египта встречал президентов, монархов и прочих венценосных представителей элиты. Естественно, здесь готовы предоставить все условия для «важных персон». Например, в персональных отелях, которые находятся на берегу Лазурного моря, есть все, что нужно любой успешной персоне, а именно массажный кабинет, бильярд, фитнес-центр, спа-салон и другое. Любой каприз клиента будет выполнен в считанные минуты. Самым лучшим местом в Турции для богатых туристов считается курорт Фетхие. Под ним подразумевается город, где можно отдохнуть в тишине, увидеть прекрасные морские пейзажи и заселиться в шикарном клубном отеле, который находится рядом с пляжем. Это лучшие места для элитного отдыха, где исполняются все желания успешной персоны. Шикарные номера в отелях, индивидуальная программа мероприятий для досуга и персональное обслуживание. Здесь клиентам предоставляется в пользование личный автомобиль, а также в любое время суток приносят в короткий срок любые блюда и напитки по запросу. Греция порадует уникальными архитектурными памятниками, тщательно изучив которые, можно вернуться на собственный остров, где будет ждать роскошное бунгало, а на столе лучшие напитки и блюда местного шеф-повара. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.